23 сентября 16 мутовцев получили сертификаты САП. Студенты успешно освоили курс TRP-SAP-IRP, который позволил слушателям охватить все основные функциональные возможности интеграции бизнес-процесса. Ежедневный курс, где они изучают азы, рассматривают все основные модули этого SAP-IRP-программы. SAP – дословно система автоматизации процессов. Она объединяет все деловые аспекты в одну платформу и позволяет видеть операции в режиме онлайн. А руководство может молниеносно принимать управленческие решения. Это существенно снижает трату времени и ресурсов на обработку большого объема данных. В торжественной обстановке проректор по академическим вопросам Ускенбаева Раиса Кабиева лично поздравила каждого. Сертификационный центр SAP МИД – это единственная лаборатория подобного рода в Казахстане. В ноябре 2013 года МИД был официально аккредитован как академический сертификационный центр, который имеет право проводить курсы по данной дисциплине. Сначала работал в лаборатории, сертификаты получили уже 40 человек. Сейчас система SAP внедрена во многие крупные компании, и МУИД в очередной раз обеспечил преимущество своим студентам на рынке труда. Данный сертификат даст мне, как расширить мое портфолио при поступлении на работу.